лауреат второй премии и обладатель специального приза «Лира» Егор Шаранков, Беларусь. Мне кажется, что это очень огромная победа для нашей страны. Это очень хорошая, высокая награда. И спасибо всем, огромное всем белорусским зрителям за эту поддержку, потому что без ваших теплых слов, без вашей поддержки я бы никогда, у меня бы это не получилось. Я уезжаю из Витебска только самыми позитивными, нереально крутыми эмоциями, впечатлениями и заряжен просто на 100% для дальнейшей творческой работы. Лауреат первой премии и обладатель специального приза «Лира» Влад Цитник, Украина! Честно признаюсь, я в этом году не планировал ехать на Славянский базар, я попал сюда абсолютно случайно. Когда в Украине был национальный отбор, я, скажем так, за 2 дня о нем узнал, решил попробовать, я не думал, что это возможно. И каким-то чудом его выиграл. Но я очень счастлив, что в моей жизни произошло так, как произошло сегодня, и я это время не забуду никогда. Last time I was here, I was just an artist, just performing, and for them to ask me to be on the jury, it was an honor. В предыдущий раз, когда я был здесь, я был просто артистом, а в этот раз мне предложили быть жюри, и это большая честь для меня. Низкий поклон и благодарность. Вот все ради этого. Потому что выше этого не было и не будет ничего. Это счастливый зритель. Что может быть еще выше? Я так в 89 году понял, что я чего-то стою, когда мне дали в Юрмале гран-при. Не из-за жалости, не из-за того, что там, а просто я вышел и отдал всего самого себя. И они мне поверили. Музыка и дружба это остается и проходит сквозь время. Поэтому мы здесь видим постоянно музыкантов из разных стран. И все приезжают с одним только, с хорошим настроением, с миром и с тем, чтобы подарить хорошее настроение в первую очередь зрителям. За новостями на портале городвитебск.бай.